Здравствуйте, спасибо вам большое, что вы столько времени инвестируете, и вы смотрите передачу «Мир женщин». Это очень ценно. Спасибо вам большое. И мы, наша серия, это «Мать Моисея». Мы много взяли от нее, и уже подходит к концу. Я хочу просто обратить ваше внимание на Моисея. Он жив благодаря своей матери. Он жив. Он тогда, по крайней мере, смог выжить в таком ужасном времени, потому что у него была верующая мама. У него была мама, которая не сдается. Я не знаю, в каком состоянии вашего сына сегодня. Может быть, тоже у вашего сына, у вашей дочки, у мужа, у родственника какая-то угроза. У Моисея, будучи маленьким, была угроза на его жизни. Но благодаря вере, благодаря усилиям, благодаря неотступности матери, Моисей выжил. И в конце он спас много людей. Я молюсь за вас и призываю Божью благодать, чтобы ваши дети, чтобы муж, родственники, все люди, которые окружают вас, выжили благодаря вашей молитве, выжили благодаря вашей вере, выжили благодаря вашей взаимоотношении с Богом, и чтобы они потом впоследствии спасали много жизней. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь.